В эфире информационная программа «День города», в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте. Пришло время подвести итоги первого рабочего дня и прошедших праздничных выходных. О самых важных и ярких событиях вам расскажут корреспонденты телекомпании «Город». Вот некоторые темы выпуска. Детская агрессия в действии. Школьница избила своего ровесника. Видео избиения попало в интернет. Новые жертвы угарного газа. Двое мужчин погибли из-за неправильной эксплуатации котла. Островок Индии в Рязани. В ТРЦ «Премьер» начала работу выставка-продажа товаров из Индии. В выходные в сети появилось весьма тревожное видео. На нем запечатлено, как школьница избивает своего ровесника. Видео снимали ее приятели, а те, кто присутствовал при этом, активно обсуждали и комментировали происходящее. Однако мысли остановить избиение ни у кого не возникло. По данному факту сотрудниками УМВД сейчас проводится проверка. Внешний вид, поведение или манера ведения разговора – даже такие, казалось бы, мелочи могут спровоцировать агрессивное поведение. Не раз в социальных сетях появлялось видео об избиении подростков. Причины для драки находились порой самые необычные. Даже сказанное не впопад слово может спровоцировать серьезный конфликт. В 2018 году ситуация ухудшилась. В феврале уже зарегистрировано несколько случаев именно детской агрессии. На днях в социальной сети появилось очередное видео. Драка произошла в городе Рыбное. Агрессором здесь является девочка. Об этом можно судить по записи. По словам участников, драка произошла из-за того, что мальчик оскорбил ее знакомых. По факту избиения юноши полиция начала проверку. Личности участников драки уже установлены. Отделом МВД России по Рыбновскому району проводится полный комплекс мероприятий для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции опрашивают как учащихся, так и их родителей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Эксперты выделяют две причины детской агрессии. Это подобное поведение у членов семьи и непоследовательность родителей в обучении детей правилам и нормам поведения. Говорить о том, что виноваты только родители, неправильно. На ребенка влияет и его окружение. Люди, с которыми он общается, передачи, которые смотрит, книги, которые читает. Совсем недавно в селе Шумыши произошел похожий инцидент. Ученик младших классов ударил другого стеклянной бутылкой. Родители рассказали, что случай этот уже не первый. Психологи утверждают, что при работе с детьми надо быть максимально аккуратными. Они запоминают все слова и поступки. И именно от родителей зависит то, какими они вырастут. Новые жертвы угарного газа. На этот раз трагедия произошла в городе Сасово Рязанской области. 27 и 48-летние мужчины погибли вечером в четверг 22 февраля. С отравлением в больницу также доставили пенсионерку. По данному факту, Сасовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области организована и проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также точную причину смерти мужчин. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. По предварительным данным, газовый котел в своем доме мужчина установил сам. Также сообщается, что, почувствовав первые признаки отравления, отец семейства вызвал скорую помощь. К сожалению, к моменту приезда бригады медработников мужчины уже скончались. Сотрудники газовых служб еще раз напоминают, что при установке газовых котлов или плит необходимо обращаться к специалистам. Они проверят и исправность оборудования. При первых симптомах отравления угарным газом необходимо сразу вызвать помощь. Слабость, головные боли, головокружение, тошнота. Первое, на что стоит обратить внимание – это признаки слабой и средней степени отравления угарным газом. Также должно проводиться регулярное техническое обслуживание газового оборудования. Правда, по словам экспертов, это лишь мера профилактики. Следить за эксплуатацией должен сам житель дома. Утро понедельника началось с грандиозной пробки в районе Северной окружной дороги. Виной тому стало массовое ДТП с участием 5 автомобилей. К счастью, никто не пострадал. А вот за прошедший четверг и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и еще 6 получили травмы. Так, в четверг 22 февраля на 204-м километре автодороги М5 «Урал», проходящей по территории Рязанского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. 35-летний житель Шиловского района, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигаясь со стороны города Шилова в сторону города Рязани, совершил наезд на 65-летнего жителя Рязанского района. По предварительной информации, двигавшегося по проезжей части со стороны поселка Листвянка в сторону деревни Турлатова. В результате ДТП пешеход погиб на месте аварии. По факту происшествия проводится проверка. Еще одно ДТП произошло в воскресенье в городе Сасово. Девушка, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, по предварительной информации не уступила дорогу и совершила столкновение с двигающимся по главной дороге трактором. В результате ДТП водитель трактора обращался в медицинское учреждение.
Транспортные средства получили механические повреждения. Водитель внедорожника не пострадал. В последний рабочий день и прошедшие праздничные выходные особое внимание сотрудников госавтоинспекции по Рязанской области было направлено на выявление и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. На дорогах региона было выявлено 35 водителей, которые позволили себе сесть за руль транспортных средств в нетрезвом состоянии. Еще два человека отказались от законного требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования. Установлено 7 фактов повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Так, 22 февраля в городе Рязани в ходе проверки на предмет выявления пьяных водителей был остановлен автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения. Молодой человек был отстранен от управления транспортным средством сотрудниками госавтоинспекции и для проведения процедуры освидетельствования был доставлен на стационарный пост ДПС. В ходе проведения освидетельствования прибор показал немногим более 1 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На чем ехали? Своей машиной 21.0, точнее 21.14. Откуда, куда направлялись? По другие домой. Один были в автомобиле? Нет. Употребляли спиртные напитки перед поездкой, да? Да. А в каком количестве приблизительно? В соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. В воздушно-десантных войсках завершилась практическая часть состязаний, в ходе которой проводился отбор лучших взводов в соединениях. Специальным комиссиям осталось подсчитать количество баллов, набранных взводами за время состязаний, и подтвердить результаты отборочных этапов конкурса «Десантный взвод 2018». В дальнейшем 11 лучших подразделений ВДВ будут принимать участие в первенстве воздушно-десантных войск «Десантный взвод 2018», который состоится во второй половине апреля. За время отборочных этапов состязаний каждый взвод демонстрировал умение и выучку, преодолевая различные препятствия, выполняя нормативы по огневой, технической и физической подготовке, подтверждал свои возможности при решении тактических и огневых задач. Отборочные состязания проходили на 12 полигонах ВДВ по всей России, в том числе и в Рязани. В настоящее время проводится организованное перемещение техники и личного состава с полигона в пункты постоянной дислокации. Традиционный турнир «Лыжня Пименова» памяти майора полиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей на Северном Кавказе, состоялся в прошедшие выходные. В 16-й раз соревнования объединили спортсменов из разных уголков страны. На турнир, который прошел в рабочем поселке Ермеш, собралось более 200 участников. Среди них представители подразделений Росгвардии, УМВД и УФСБ России по Рязанской области. 20 мастеров спорта, лыжники, имеющие разряд, и просто любители лыжного спорта. Организаторы традиционно превращают лыжню Пименова в большой спортивный праздник. Перед церемонией открытия соревнований полицейские организовали для школьников демонстрацию образцов оружия и катали ребят на полицейских снегоходах. В ходе турнира было организовано несколько заездов, в которых соревновались участники разных возрастных категорий. Для зрителей и любителей спорта организаторы турнира подготовили на трассе горячий чай и кашу из полевой кухни. Праздничные выходные в Рязани состоялось немало событий и мероприятий. Один из праздников прошел на площадке группы компании «Регион-62». Знаменитый рязанский автосалон объявил на День защитника Отечества мобилизацию. Продолжит Алена Куклева. Зимний призыв в эти выходные объявил автосалон «Регион-62». Клиентов и посетителей встретили военные, которые предложили продемонстрировать мастерство в стрельбе и силовой подготовке. Полевая кухня, армрестлинг, отжимания, стрельба – настоящий праздник по-мужски. 23, 24. И, конечно же, скидки и подарки. В розыгрыше призов – сувенирные автомобильные товары, а также ценные призы. Главный приз – современная сигнализация с автозапуском, а также подарки для самых маленьких будущих водителей. Я люблю «Регион-62». Сегодня в автосалоне представлены несколько брендов автомобилей. Это такие известные российскому водителю марки, как Hyundai, Lifan, Chevrolet, Niva. А в прошлом году к группе компании «Регион-62» присоединился и дилерский центр Ford, который предлагает увидеть весь модельный ряд. Ford сейчас является лидером в
плане ценового предложения при сдаче автомобиля в зачет, потому что уже сегодня вы можете обменять свой автомобиль с преимуществом до 200 тысяч рублей. Поэтому ждем всех желающих. Мы всех поклонников марки приглашаем посмотреть, что из себя представляет современный Ford. Новый Ford Region 62 – это не только обновленный шоурум, который вы могли сегодня увидеть, но и новые стандарты качества обслуживания, широкий модельный ряд, выгодный сервис и, конечно, уже полюбившаяся вам команда профессионалов. Наш девиз – ближе к людям. Поэтому мы всегда готовы предложить самые выгодные условия для покупки нашего нового Ford. Region 62 делает ставку на долгосрочную работу с клиентами. Это не только покупка автомобиля, но и обязательно сервисный центр, который оснащен современным оборудованием. Это позволяет производить полный спектр услуг по техническому, гарантийному и послегарантийному обслуживанию автомобилей, сложные диагностические и ремонтные операции, включая капитальный ремонт двигателей и трансмиссии. Поэтому за новым автомобилем рязанцы сюда приходят не один раз. У нас достаточно гибкая ценовая политика на услуги, на запасные части. Поэтому я хочу призвать всех клиентов, которые посещают наш сервис, чтобы они не стеснялись говорить мастеру о своих пожеланиях, говорить о наших недочетах, потому что мы хотим меняться во благо клиента и соответствовать всем его ожиданиям. В принципе, по любому вопросу, связанному с автомобилем, даже иногда бывает просто не специально едешь по дороге, да, по данной трассе в каком-то направлении. Вот, смотришь, ага, здесь ребята знакомые, да, заезжаешь просто, какой-то вопрос, да даже колесо спустило, да, да все что угодно, любой вопрос доволен очень. Группа компании «Регион 62» на автомобильном рынке Рязани с 2003 года. На протяжении 15 лет автосалон принимает активное участие в жизни города. Хочу поздравить всех мужчин, пользуясь случаем, с Днем защитника Отечества, особенно профессиональных защитников Отечества, пожелать всем здоровья прежде всего. Ну а впереди еще много знаменитых дат, таких как 8 марта, День Победы, День здоровья мы собираемся проводить на территории своего комплекса, ну и многих других, поэтому приглашаем всех желающих посетить наше мероприятие. Алена Кукулева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Настоящие товары из Индии можно приобрести в Рязани. В ТРЦ «Премьер» развернулся микрогород, в котором продают изделия, визитные карточки Южной Азии. От ювелирных украшений и косметики до предметов интерьера. Очарование Востока ощутила на себе и корреспондент телекомпании «Город». Порция солнечного лета в самый разгар зимы. Языком танца рязанцам пожелали приятных покупок и не растеряться в таком многообразии выбора. Мебель из дерева тик делают вручную и инкрустируют латунью и бронзой. А роскошные предметы интерьера придадут комнате мотивы восточных сказок. Я только пришел. Вот. Ну, мебель меня заинтересовала, конечно. А знаменитые персидские ковры, как уверяют организаторы, наполнят дом душой. Эта выставка в Рязани не впервые и, как всегда, аншлаг. Но я не первый раз просто на этой ярмарке-выставке. Очень-очень. Я сама фанат Индии, занимаюсь йогой, поэтому очень люблю Индию. На продуктовых улицах этого восточного города, конечно же, чай, собранный в горных плантациях Индии. Никаких искусственных ароматизаторов, только натуральные добавки, цветы и фрукты. Представлено огромное количество сортов индийского и цейлонского чая. Самый популярный, разумеется, Ассам, индийский, самый распространенный, но, тем не менее, он считается самым качественным. Также присутствует Дарджилинг и Нилгири, то есть три индийских сорта чая, самые главные. Также представлены цейлонские, есть крупнолистовые, среднелистовые, с добавочками, без, на любой вкус и цвет. Любой посетитель может, посоветовавшись с нами, определиться с выбором, своим вкусом и дом наслаждаться при чашке ароматного чая. Здесь есть риск ослепнуть, находясь рядом с ювелирной лавкой. Женщин не оставят равнодушными украшения ручной работы. Серьги, кольца, бусы и броши. Все это может стать приятным подарком на 8 марта. Здесь представлены украшения, то есть полностью все из Индии, как жемчуг, так камни и серебро в том числе. А все используется спросом. То есть, кто зачем приходит. И жемчуг, то есть от недорогих изделий, то есть специально для людей, кто не может себе позволить более дорогие украшения, но в то же время хочет выглядеть дорого, богато и красиво. И еще один козырь выставки – изделия из кожгалантереи. Сумки, кошельки, портмоне. Яркие, сочные цвета, говорят, притягивают деньги. Вот купили кошельки. Для мелочи. Мне очень все понравилось. Я довольна. Осталось. Покупку совершили. Загадочная и необыкновенная культура Индии на выставке представлена во всей красе. Одежда из натуральных тканей, хлопка и вискозы, разноцветные платки, палантины и парео.
Очень нравится. Выбираем. Еще глаза разбежались. А еще натуральная косметика, восточные сладости и различные сувениры. Посетители отметили не только вкус сладостей, но и символичность цен. Уже в первый день работы индийская выставка-ярмарка собрала немало гостей. Ее организаторы приглашают рязанцев побывать в мире Востока в торговом центре «Премьер» до 4 марта. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.tv. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Юху! Да! Ура! Да! Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 4,7% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Грязь, слякоть, выхлопы. Шум, шум, шум. Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты.